Вековой юбилей отметил почетный деятель образования, заслуженный учитель Карачаева-Черкесии Софья Барлакова. 60 лет она проработала в средней школе номер 1 города Карачаевска. Первым Софью Исуфовну поздравили Вести. Подробности в репортаже Светланы Казеевой. В свой столетний юбилей Софья Барлакова встречает гостей в приподнятом настроении, но скромно замечает, что сегодня обычный день. А вот раньше, говорит, первомайское утро начиналось с парада. Старейший учитель города Карачаевска продолжает удивлять мельчайшими подробностями своей жизни длиною в целый век. У меня был дедушка Сарамза, который никому не доверял меня. У него не было до меня ни внуков, ни малышей. Куда бы он ни пошел, что бы он ни делал, меня за руки и везде водил. Поэтому я детство провела очень хорошо. Когда выросла, решила стать медиком, но судьба распорядилась по-своему. Ближайшее медучилище было в Пятигорске, и юную Софью родители не отпустили. Поступила в педучилище. Будучи студенткой, застала известие о начале Великой Отечественной войны. Мама с базара пришла и говорит, началась война, говорят. Гитлер напал на нас. Но мы войну же не понимали, что такое война. Во-первых, мы дети, и во-вторых, даже наши родители тоже, видимо, не видели ни такую войну. А затем пришлось испытать и тяготы депортации. Вместе со всем карачаевским народом 14 лет провела в ссылке в Средней Азии. О профессии учителя на время пришлось забыть. Софья трудилась на фабрике в Чалдаваре, одежду шила для фронта. По возвращении на родину окончила филологический факультет Карачаево-Черкесского государственного педагогического института и начала свою долгую профессиональную деятельность. В трудовой книжке Софьи Юсуповны лишь одна надпись – учитель начальных классов средней школы номер 1 города Карачаевска. Она отдала своему любимому делу 60 лет. Последние 5 лет на заслуженном отдыхе, но признается, что очень скучает по школе. Конечно, скучаю. Я сколько лет? Безотрывно 60 лет я проработала в школе. Последние годы я брала 6 часов. Понедельник, среда, пятница, вот эти дни. Ну, до 95 лет, стоя на ногах, я проработала в школе. Я любила работать. Я ни одного дня не пропустила. Ни одного дня. Вот 60 лет я в этой школе проработала. Может, вот это трудолюбие, позитивный взгляд на все перипетии жизни и простые человеческие радости в кругу родных людей и есть секрет долголетия Софьи Юсуфовны, которую очень любили в школе и продолжают любить сотни благодарных ее учеников. Жителям республики желаю всем доброго здоровья, быть людьми, человеком быть. И чтобы друг друга не забывали, ценили. Жизнь сейчас не такая, как раньше. Тяжело. Но все переносимое. Терпение на все. И вот между собой общение доброе. Светлана Казиева, Али Бастанов, Вести Карачаево-Черкесия, Карачаевск.